Друзья, добрый вечер. В эфире программа «Эксклюзивное интервью», которую веду я, Нина Демогла. Самое время пришло оценить первые шаги нынешней власти, которая пришла с новыми идеями, амбициозными планами. Насколько реально выполнить им обещанное? Насколько перспективна и грамотна команда премьера Гаврилицы? Стабильна ли ситуация в гагаузской автономии и обстановка в Приднестровье в целом? Как стоит трактовать участие президента Санду в Крымской платформе? Что это? Попытка укрепить международные позиции? Позиции Молдовы или просто очередной демарш в сторону России. Также мы обсудим схватку власти против представителей прежней системы. Поговорим об изменении закона о прокуратуре и о том, будет ли отправлен в отставку генпрокурор Стейногла. Мое приглашение сегодня приняли политологи Николай Паскару и Роман Михаеш. Итак, добрый вечер, господа. Спасибо за то, что приняли приглашение, стали гостями нашей студии. Здравствуйте. 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 Начнем, пожалуй, с того, что пришла новая власть в стране, свежими идеями, амбициозными планами. Начнем с того, как вы оцениваете общую политическую и социальную ситуацию в стране, вот именно политическую. Господин Михаеш, как вам общая атмосфера в парламенте? Многим кажется то, что власть в последующие 4 года вообще не будет прислушиваться к требованиям оппозиции, а именно вот сегодня самая такая большая, да, фракция оппозиции – это блок партии коммунистов, партии социалистов. Мы сегодня видим, что их инициативы практически вообще не воспринимаются. Вы думаете, что так будет продолжаться 4 года или насколько здраво? Здравый вы видите ситуацию именно в парламенте? Ну, ситуация, конечно, заключается в том, что у нас есть монополия одной партии на то, чтобы создавать правительство, на то, чтобы законы издавать и так далее. И в любой стране мира это нехорошая ситуация, монополия, тем более в Республике Молдова. Да? И вот этой монополии все зависит от того, как правящая партия, как будет себя вести, будет ли она давать оппозиции право выдвигать какие-то инициативы, там, голосовать, за, может быть, за какие-то их незаконы, да, или нет. Да? Что мы видим на данный момент? Что прошел всего лишь месяц с момента, когда новое правительство вступило в должность. Да? Идут организационные мероприятия. В министерствах идут назначения, кого-то снимают, кого-то ставят. Были первые публичные слушания, да? Вот то, что я интересно вот и поприветствовал, вот то, что каждый министр выступил со своей программой на 2 года, да? Это, за этим я очень внимательно наблюдал, было интересно, что там пригласили всех, не было фильтра там, кто захотел выступил, да? И были очень разные мнения, то есть другой вопрос, возьмут или не возьмут они на вооружение вот эти предложения, это уже мы увидим, да? То, что открытость какая-то есть со стороны правительства, это понятно и четко видно. Да? В парламенте чуть-чуть по-другому обстоят дела, потому что там пока что законопроекты, которые выдвигает оппозиция, пока что не ставятся на голосование. Но, может быть, и к этому придут и в парламенте. Первое впечатление, вы думаете, что придут? Может быть, придут, потому что я считаю, что надо делать один раз в месяц. Было бы нормально, по-моему. Чтобы был день оппозиции, да? Вот один раз в месяц. Что значит день оппозиции? Чтобы все законопроекты оппозиции, да, например, там есть партия Шора и фракция социалистов и коммунистов, чтобы они, все их законопроекты были рассмотрены в первую очередь. Да? И зарегистрированы или просто рассмотрены? Нет, рассмотрены. Если... Но они на комиссиях и так рассматриваются, господин Михаеш. Знаете, там такая есть хитрость. Они рассматриваются в комиссии, но не доходят до плена. Или то есть на пленарном заседании? Чтобы их ставили на рассмотрение в пленарном заседании. Пускай проголосуют за или против, но чтобы они были рассмотрены. Потому что там есть одна маленькая хитрость в парламенте. Они могут рассматривать их на пленарном. Но самое потом заблокировать в комиссиях каким-то образом. Там есть разные маневры. Ну и, конечно же, надо сказать несколько слов о назначениях. Там есть критические назначения, которые критикуют многие, да? В разных министерствах. Где назначение? Вы имеете в виду уже в правительстве, министры, да? Министры, разные другие государственные деятели. Давайте есть, о кабинете министров, да, мы еще поговорим. Господин Паскару, как вам общая атмосфера, климат в парламенте, который создался? Вы все-таки там буквально недавно были постоянно. Вот сегодня вы смотрите на происходящее. Как вы думаете, все-таки оппозиция и власть найдут какие-то точки соприкосновения? Все-таки 4 года им работать вместе? Ну,
под тем, что мы сейчас видим, и это элементарно вчерашнее заседание парламента, блок социалистов, коммунистов бойкотировали заседание из-за причины, что не поставили на повестку дня острые вопросы, которые считает оппозиция. Это 40% зарплаты медикам, которые наши оппоненты аннулировали. И второе, цены на вызвать в парламент главу Анре и опять допрашивать насчет поднятия всех этих цен, потому что уже недопустимо, уже лимит, уже предел исторический поднялся. И поднимаются цены на дизтопливо, на бензин, на то самое. И аграриям очень трудно. В такой атмосфере, конечно, очень трудно работать оппозиции со властью, но и опять власть тоже, у них большинство мандатов и ведет себя не особо церемонится, не церемонится с оппозицией. Но все-таки власти там до конституционного большинства и рукой подать. Как вы думаете, получится сформировать конституционное большинство? Ну, мы видели последнее время, все-таки даже команда партии ШОР, они как-то пытаются найти какой-то диалог в парламенте. И самое интересное, что в прошлый парламент была очень большая критика между работой партии социалистов и партии ШОР, а сейчас я смотрю, что уже пытается находить какой-то оптимальный вариант, какой-то пытаются сработаться. И не знаем, посмотрим, но к этому, в принципе, идет. И я думаю, что они ни на что не будут смотреть, потому что эта власть, она не особо принципиальна, и мы это заметили. И мы это видим в том, как они назначают своих близких на всех постах самых высоких. И принцип этой власти – привести людей, которые раньше были в окружении экс-премьер-министра Филата, это из партии Пеледиме, привести всех обратно с хорошей репутацией, с плохой репутацией. Мы уже видим по прессе, все это случается. И от них особо хорошего ничего не ждем. И то, что взрываются именно цены, поднимаются с такой космической скоростью, я думаю, что в стране будет еще хуже и хуже. Надежды пока что очень мало. Спасибо, господин Паскару. Господин Михаеш, как вы считаете, конституционное большинство будет сформировано в парламенте или нет в ближайшую перспективу? Ну да, это интересный вопрос, потому что здесь возникает несколько сценариев. То есть, с моей точки зрения, вот вчера, если вы заметили, в первом чтении был проголосован пакет изменений в Конституции. То, что касается юридического блока, да, то есть там есть и назначение судей президентом, а не парламентом, как сейчас, Верховного суда. Там есть очень важные, между прочим, изменения и по составу высшего совета магистратуры и так далее, да. Чтобы вот этот пакет прошел, нужно еще как минимум, скажем так, 5 депутатов, да. Они есть у ШОРа, они есть у коммунистов, они есть у социалистов. Есть 3 фракции в парламенте. 2. Нет. Ну, 1 фракция блок партии социалистов и коммунистов. Я считаю, что надо рассматривать, что все-таки там в этой фракции есть 2 компонента, да? 2 составляющие. Вы имеете в виду, что они могут разделиться на определенном этапе? Могут разделиться, могут проголосовать некоторые законопроекты раздельно. Фракция может остаться, может не остаться. Всем понятно, что там есть 2 компонента. Есть Воронин и есть Дадон. Да? Они тактически объединились на данный момент. Но я не исключаю, что они могут развестись в какой-то момент. То есть я смотрю так на ситуацию, что реально есть вот этот очень важный пакет изменений в Конституции, который вчера был проголосован в первой инстанции. Будут идти торги. Да? Будут идти торги, потому что для ПАС очень важно, чтобы он прошел. Вся власть идет к президенту, там, в судебной, то, что касается судебной власти. Если сейчас парламент назначает судей Верховного суда, это очень важно. Потому что, знаете, первая инстанция апелляционной палаты решает одно, а Верховный суд в
все-таки это последняя инстанция, и надо понимать важность этого. И с моей точки зрения будут идти торги. Посмотрим, как оно пойдет. На данный момент рано говорить, что между партией Шора и партией Майя Санду ПАС есть какие-то договоренности предварительные. Я бы не рисковал вот на данный момент об этом говорить. Да? То, что могут быть какие-то договоренности, конечно же, нельзя исключать. Но, по-моему, это рано, потому что 6 месяцев должно пройти с момента, когда вот эта инициатива проголосована во втором чтении. И, то есть должна пройти через Конституционный суд, есть какая-то процедура, но 6 месяцев – это долго все-таки. Хорошо, за этим будем следить. Господин Михаеш, как вам в целом геополитическая ситуация в стране? Геополитическая? Да. Вот, например, секундочку, извините, я вот, господин Паскару, начну, наверное, с вас, потому что вы назвали большой ошибкой поездку госпожи Майи Санду на Крымскую платформу, где она сделала определенные заявления относительно Крыма. Вы считаете, что это даст какие-то негативные моменты, так скажем, и для страны? Почему вы так считаете? Элементарно, на Крымской платформе было около 43 стран, и не со всех стран приехали туда президенты, в том числе президент, лидер Германии Ангела Меркель не было там. Кроме того, перед тем, как приехать в Киев, Ангела Меркель заранее этой платформы, она была в Москве и договаривалась с Владимиром Владимировичем Путиным. И в принципе, в ситуации, как есть Республика Молдова, которой мы являемся вот здесь на стыке между Европой и Большой Россией, и в последнее время сильной Россией, потому что сколько они говорили, что Путин не доведет до конца газовый Северный поток 2, мы видим, что этот проект осуществился, и он начал уже работать, и уже Европа договаривается с Россией насчет цен на газ. Германия сейчас получает $220 газ для себя. Евросоюз, я имею в виду цены на бирже, сейчас уже поднимается около $800. То есть мы видим, что это механизмы для того, чтобы найти какой-то компромисс. И Венгрия договорилась, и Словакия договорилась напрямую с Россией. И нам здесь и браться оружием или политическим суперумом, я думаю, что не надо. Нужно как-то построить такую стратегическую или стратегические отношения к России, к Евросоюзу, так, чтобы было выгодно людям. И сейчас время, когда нужно договариваться насчет газа на следующий год. И в сентябре заканчивается контракт. И если этим не будут заниматься политики, в том числе главные, где которые у власти, я имею в виду президента, это будет большой проблемой. В одном эфире одного телеканала я услышал госпожи президента, что она не поедет в Москву, и даже это не будет делегировать правительству. То есть этим будет заниматься Молдова-Газ. И это, конечно, большая ошибка, потому что эти цены на газ, если они поднимутся высоко, мы ждем еще один серьезный, или еще одну волну поднятия цен, и опять на все. Потому что, как-никак, мы зависим от газа, зависим от топлива, и те же аграрии, которые сейчас, смотрю, очень спокойно даже не протестуют, а им подняли настолько эти компоненты. И поэтому это самая большая ошибка. Вы знаете, здесь очень интересная ситуация. Если взять пример с Украины, как она себя ведет в отношении с Россией, да, и вообще со всем миром, это не очень удачный пример. Украина потеряла 8% своей территории, Украина теряет миллионы своих граждан, которые практически убегают с Украины и работают на бюджет других стран в Европе. Это современное рабство, я бы сказал, потому что условий мало на Украине. И у нас с Украиной опять с ихними политиками есть свои
какие-то ситуации, я имею в виду по Чаушу. Ваша позиция понятна, по Украине мы сейчас еще поговорим. По России, господин Михаеш, ну вот действительно, господин Паскару прав, вот накануне, когда нам нужно подписывать новый газовый контракт, в тот момент, когда господин Лавров, да, министр иностранных дел Российской Федерации, называет эту крымскую платформу антироссийским шабашом, он это сказал в интервью, нужно ли было нашему президенту действительно туда ехать и давать определенные заявления относительно Крыма? Ну, надо понимать, в каком контексте все это произошло, потому что потом приехал президент Украины в Молдову на День независимости. Угу. Эксперты говорят о новом формате региональном, 2 плюс 2, то есть президент Молдовы и президент Украины, плюс президент Румынии, президент Польши. То есть создалась своеобразная региональная четверка, которая на данный момент в дипломатическом и политическом поле сотрудничает. И Молдова не могла не войти в эту четверку, потому что геополитика диктует география. К сожалению, у нас с Российской Федерацией нет прямой границы, как, например, там у Украины и у других государств. И хорошо, а как это и скажется здесь, в дальнейшем тогда? Да, и хотел сказать, что надо вести разноплановую политику, прагматичную, в том числе то, что касается Российской Федерации. Я считаю, что президент сам довольно такие, скажем так, осторожно в декларациях. Я смотрю, что российские официальные лица против нее не нападают, нету никаких жестких заявлений ни МИДа, ни Захарова, ни других. То есть то, что касается Приднестровья, тоже очень осторожно делаются шаги и заявления, даже по этим номерам, которые там были проблемы, отложили на один месяц, как вы знаете, по настоянию молдавской стороны. Между прочим. То есть Майя Санду ведет, скажем, игру на двух полях. Да? Она пытается и с Украиной иметь хорошие отношения, потому что это непосредственный сосед, и мы зависим от него во многих отношениях. Но пытается, поддерживая Украину, не портить отношения с Россией. До сих пор ей это удается. Не знаем, как это отразится на отношения по газовым вопросам пока что. Господин Михаеш, мы сегодня видим ее риторику по газу. Вот как сказал господин Паскару, что она говорит о том, что это вопрос Молдова газа, но никак не вопрос Молдовы. Да, это не говорит ли о том, что госпожа Санду уже априори понимает, что отношения с Российской Федерацией, наблюдается в них определенная холодность? Нет, проблема в другом, что то, что касается газового, вот этого комплекса вопросов по газу, у нас накопились проблемы, да? Их надо как-то решать. До Майи Санду никто не решал. Ни левый президент Дадон не смог решить этот комплекс вопросов. Угу. Ни правый президент Гимп, он же был исполняющим обязанности, если помните. Ни центрист Лупу, ни Тимофти, ни Воронин и так далее. То есть получается, что весь этот груз газовых отношений, проблем с Россией перешел к Майи Санду. Надо понимать, что здесь нет простых решений. Да? Вот этого проблема. Самое, что здесь самое важное на данный момент, добиться нового контракта на нормальных, приемлемых условиях, при нормальной цене. То, что нелегко будет сделать, но надо понимать конъюнктуру. Россия практически сломала то, что называется газовый транзит через Украину и Молдову, от которой, и особенно Украина, но и Молдова перепадали какие-то деньги от транзита. То есть Россия построила Северный поток и Южный поток через Турцию. Угу. Эксперты говорят о том, что почему госпожа Меркель так забеспокоилась, ездила в Киев, ездила в Москву, ездила в Вашингтон. Да, Германия сделала большую, скажем так, медвежью услугу Молдове и Украине, потому что не было бы Северного потока, мы бы с Украиной остались бы на транзите российском. И по-любому бы Москва была бы вынуждена находить общий язык с Кишиневым и с Киевом. Сейчас получается, что если газовый контракт наш заканчивается, а украинский транзит заканчивается в 2024 году, мы должны до этого времени четко найти альтернативу. Потому что понятно уже всем, что после 2024 года Россия не будет качать газ по этой украинско-молдавской ветке. Будут давать очень маленькие вот такие, скажем так, если будут давать контрактные какие-то, но так, чтобы делать резервуары, не получится. И вот вопрос Молдовы в этом состоит. Первая задача – сделать альтернативу, заполнить газом Ясы, Кишинев,
Вот он уже построен. Во-вторых, если все-таки транзит останется, попытаться выработать такую политику, чтобы была нормальная цена. И третье, добиться от России, чтобы они все-таки долг Приднестровского региона отделили от нашего долга. А знаете, что там уже 7 миллиардов долларов. Это не маленький долг. Чуть больше, чем 7 миллиардов. Может быть, даже и 8. Но это наша территория. Территория-то наша, но Молдова, газ. Состоит хорошо. Из трех участников. Я сейчас не буду говорить по поводу трубе Яса Кишинев, господин Михаевич, потому что эта тема длинная. Во-первых, этот газ все равно будет качаться через Россию, и эта тема на всю передачу. Как будет складываться вообще геополитическая ситуация? Ситуация, я говорю, то, что я понимаю на данный момент, Майя Санду ведет игру на двух столах, на двух, как я говорил. То есть она пытается и с Россией иметь хорошие отношения, и с Украиной. Это сложно делать. Потому что страны находятся в конфликте, в жестоком конфликте. Он будет длиться сотни лет, может быть, никто не знает, когда он закончится, но на данный момент там горячая фраза. Еще идут бои в Донбассе и так далее. Дальше. И на данный момент ей это удается. Дальше. Как еще будет складываться геополитическая ситуация? Россия сумела построить Северный поток. Это надо поставить плюс. Путин и Россия не сумели прорвать. Господин Михаил, как Молдова будет складываться с Евросоюзом? Нужна одна фраза, чтобы дойти до этого. В контексте того, что Россия прорвала вот эту американскую блокаду Северного потока и все-таки его построила, надо понимать, что уже в Европейском Союзе есть страны, в том числе Германия, которые дружественны России. Да? Австрия. Не только, скажем так. Сказывается непростая ситуация в Евросоюзе. То есть у нас была политика на Евросоюз, да, не на НАТО, а именно на Евросоюз. Получается, что Молдова должна исходить из новой геополитической ситуации. Когда Россия разломала единство европейских стран, да, и мы не знаем, как это на среднесрочную перспективу какие будут иметь это последствия, понимаете? Последуют ли за Брекситом другие Брекситы, понимаете? Потому что там идут отношения очень жесткие между Польшей и Евросоюзом, между Венгрией и Евросоюзом. То есть ситуация непростая, но в этом контексте, конечно же, наше правительство, маленькая страна, должна иметь прагматичные интересы и на Западе, и на Востоке, придерживаясь проевропейского курса, все-таки иметь с Россией как можно более, скажем так, лучшие отношения. Спасибо большое, господин Михаевич. Господин Паскар, очень коротко, пожалуйста, потому что у нас вопросов очень много. Как все-таки будет развиваться в ближайшее время геополитическая ситуация? Я говорю о стратегических партнерах. Это Российская Федерация, там Евросоюз и наши соседи Румыния и Украина. Вот коротко вы можете обрисовать, какой вы видите на данный момент и ближайшие перспективы? Я думаю, что в нашем регионе, особенно сейчас, нужна эта стабильность. И то, что Кишинев отменил эти санкции по поводу номеров приднестровских, договорился с Киевом, это хорошо. Но там на 30 дней они отсрочили, не 30 да? дней, там до января 2022 года. То есть есть уже время как-то урегулировать этот вопрос. Не нужно поднимать региональные проблемы сейчас на повестку геополитических событий, потому что нам никто не поможет. Кроме нас самих, мы не сможем урегулировать ни приднестровские конфликты. Это видно по примерам Абхазии и Грузии, по примерам Нагорного Карабаха. И опять же, это мы видим по примеру Украины. То есть мы должны очень тщательно, дипломатически следовать шаг за шагом вот этим хорошим отношениям, выгодно для Молдовы. Именно в геополитических делах. Я думаю, что будет какая стабильность, потому что, опять же, правительство и партия у власти не камикадзе, и они понимают. Еще одну горячую точку здесь на этой точке, имею в виду Приднестровье, никому не нужно, и даже Европе не нужно. Потому что конфликт на Украине был спламенен из-за этой газовой трубы, из-за этого Северного потока-2, потому что Украина в одно время с помощью прозападных партнеров они шантажировали Россию подачей топлива в Европу. И мы помним, сколько раз было
различные переостановки газа на Европу, скандалы, конфликты. И в этой проблеме и Германия не особо поддерживала Украину. И сейчас у нас отпускается уже занавес, и мы выйдем. Все-таки Россия добилась своего, газовый поток, Северный поток уже работает. И у нас может быть проблема, как на Украине. Украина получает газ реверсом не из России, а получает с другой страной Словакии. Венгрия и Словакия. И получает намного дороже. Это большая проблема. У Украины угля нету, он остался на Донбассе. Они опять же не могут договориться. И опять Зеленскому, как и очень хорошему актеру, нужно переиграть ситуацию в воздухе. Переобуться в воздухе, потому что элементарно, что он будет делать после встречи Байдена и Зеленского в прошлом месяце, точного какого-то ответа с Соединенных Штатов нету. То, что мы вам поможем убивать друг друга, это не решение проблемы, это еще больше усугубление этой ситуации. Поэтому нужно договариваться. Я думаю, что Россия договороспособная. С ними можно договориться. Я смотрю, если Саудовская Аравия совместно с Россией договорились насчет цен на мировой бирже, и это как-то придерживает экономическую ситуацию, я думаю, что в принципе с русскими нужно договориться, нужно говорить. Потому что от них очень много что зависит. В том числе взамен они ничего не просят. Что они возьмут с Республики Молдовы? Какое-то влияние на Приднестровье, это Республика Молдова. Ничего особого. Играть против какой-то западной страны, опять же, мы не можем. Мы не ядерная держава, у нас даже армия там в несколько сот человек. Поэтому здесь нужно сконцентрироваться на национальный интерес и на то, чтобы было выгодно гражданам. Как сделал Додон 2019 год в сентябре. Поехал к Путину, договорились, мы получали газ по 130-150 долларов. Это очень мало. И это дает возможность придерживать экономию, придерживать рост цен. И это был бы хороший ход. Я думаю, что есть еще время. И думаю, что президент страны может дойти до пока она заявляет, что это не ее дело. Это, слушайте, реально это дело не президента, а правительства. Давайте скажем, как оно есть. Да? Действительно, правительство Молдовы владеет 35% акций Молдова-Газ. Вот она имеет там представителя. И здесь, когда президент Майя говорит, что это не ее дело, она права. Да, это не ее личное дело, это дело правительства. То есть госпожа премьер-министр... У вас всегда очень интересную позицию, господин Михаеш, придерживается интересной позиции. Когда все хорошо, они говорят, да, это наше дело, это мы договорились. Когда не все хорошо, они говорят, ребята, у нас там Молдова-Газ мажоритарное большинство. Госпожа Габрилица, я жду от премьер-министра, министра экономики и от министра финансов, чтобы они выработали тактику в отношении предпринимателя Молдова-Газ, то есть предприятия Молдова-Газ. Потому что то, что там сейчас творится, долго не может продолжаться. То есть предприятие банкрот. Это отдельная тема. Нет, очень коротко. Предприятие банкрот. 7 или 8 миллиардов долгов, оно давно должно было быть реструктурировано или закрыто. Но мы же все понимаем, что это будет закрыто тогда, когда будет решен Приднестровский вопрос. Это совсем другое. Эта история не в пакете. Россия всегда ставит отдельный вопрос по газу, чтобы вы знали, на всех переговорах. Это он не входит в 5+2. Вопрос газовых отношений Молдовы и России не входит в пакет 5+2, в котором есть Приднестровский субъект. Я добавлю. Сейчас я закончу. И с моей точки зрения, настало время решить этот вопрос каким-то образом, потому что Приднестровье не платит за газ. А вы знаете, что происходит? Мы, вот те, которые живем здесь, на территории, контролируемой молдавским правительством, платим и за них, и за нас. Вот, чтобы вы понимали, бесплатный газ не бывает. Кто за него платит? Если они не платят за него, значит, платим мы за него. Путем того, что тариф завышен, путем того, что воруется какая-то часть газа, мы платим за этот газ. Это да. Так. Да, господин. Очень интересный аргумент. Да, Россия выдвигает какие условия? Да? Мир в регионе. И им не нужна инстабильность сейчас. Нестабильность им не нужна, тем более у них сколько сейчас и на Украине и так далее. Но опять же, вспомните всемирный МВФ. Да? Какие у них условия? Закрывайте школы.
закрывайте больницы, продайте Берд, сейчас купил Дюрчюлешты. Повышайте пенсионный возраст. Повышайте, это даже не сравнивается. Это даже не сравнивается, что те из-за границы мировые, это как шакалы, они рвут именно из государства, рвут этот народ, и народ все бросает и уезжает за границы. Россия не выдвигает такие требования и никогда не выдвигала. Вспомним советские времена, строила колхозы, строила заводы, строила элеваторы, строила дороги, все строила. И здесь даже не нужно сравнивать, у нас, у молдаван должна быть историческая память. Потому что это даже не, как говорю, даже не сравнивается. Мы должны все это видеть. Потому что в этом регионе у нас, кроме России, стратегического партнера, никто не поможет. Да, Запад дадут деньги. Сейчас они все радуются, что дали 250 с чем-то миллионов долларов. Запад будут давать всегда деньги на пандемию, на какие-то, когда у нас... Они радуются, что у нас проблемы, и они накачивают этот пузырь долгов. Но они придут брать свое. Запад всегда будет забирать свое. Мы видим, как Украину поставили на колени. Этот закон насчет земли, что продали все аграрные земли. Иностранцам. Да, они все порты практически продали. Всю тяжелую индустрию разрушили. Раньше Украина делали самолеты, делали чуть не подводные лодки и корабли. Сейчас они покупают, и им американцы продают резиновые лодки для каких-то военных действий. Мы должны ясно увидеть и осознать то, что с нами происходит в этот определенный момент. И нам не то, что нужно выбрать одного стратегического партнера. Мы должны дружить со всеми, с Евросоюзом, с Америкой. И обязательно не нужно исключать наших исторических и стратегических партнеров в России. Потому что Соединенные Штаты, они не возьмут нас еще как один штат, не будут влаживать и поднимать экономию. В Евросоюз нас никто не зовут. Туда. Мы видим историю Брекса, когда сами англичане послали на несколько букв весь Евросоюз с их миграционными проблемами, и финансовыми и так далее. Опять же, в НАТО никогда нас никто не возьмет, у нас локальный конфликт. И зачем мы туда нужны? Зачем нужны? Мы здесь, не нужны. Да, и мы не должны искать на свою пятую точку приключения, мы должны нормально жить со всеми. Никогда Путин не бросал на Молдову какие-то, я не знаю, проблемы, конфликты или это самое. Смотрите, с нами нормально дружество относится. И мы можем быть историей успеха. И когда в свое время даже Влад Филат Спиледеме был для Ангела Меркель историей успеха. 2 года, что-то тогда еще двигало в стране. Мы сейчас можем быть для России историей успеха. В том числе, что у них, видите, в регионе какая ситуация с Украиной. А украинцы, вот пройдет... Год, два, три, четыре. Вы смотрите, сколько хороших вопросам. Политиков в Украине. Тоже Бондаренко, так, Мураев, дорогие и так друзья, далее. У нас очень много помирятся, вопросов. Они помирятся, и они забудут и про конфликт, потому что в истории еще кадровые было. Кадровые перестановки. Новое правительство в стране. Господин Михаеш, 100 дней еще не прошло, правительство 100 дней не работает. Как вы оцениваете вообще состав? Насколько перспективны эти лица? Слушайте, пособие дело в том, что они создают свое правительство, да? То есть не коалиционное, ни с кем делиться они не будут. Они дали клич своим сторонникам, членам, чтобы они дали CV. И мы уже видим, что они практически, их политика понятна. То есть они ставят тех, которых они им доверяют. Есть люди без опыта работы, например, министр финансов из негосударственной организации, министр экономики из негосударственной организации. То есть они не работали вообще никогда в публичном секторе. Директор АПП, да, Ассоциация Пропетации Публичи, то есть Агенция Пропетации Публичи, по-русски это будет агентство публичной собственности. Публичной собственности, да. Так эти предприятия же надо каким-то образом реанимировать. Там государственные предприятия, очень важная ситуация. Они пошли на то, чтобы лучше давать людям без опыта работать, чем брать из других команд и так далее. То есть, посмотрим в среднесрочной перспективе. Как вам их подход вообще? Как вам эти новые лица? Так я же о чем и говорю, что люди без опыта работы. Без опыта работы. Это плохо или хорошо, на ваш взгляд? Конечно, плохо. Что, меня тянете уже, чтобы я это сказал. Конечно, нехорошо, когда человека ставишь за рулем, без опыта он машину может разбить, правильно? Они пошли на это, чтобы
попробовать, скажем так, дать новые кровь в госорганы, новые силы, новые лица. Они говорят, что чем брать коррумпированных, лучше ставить новых. Да? Но если ты ставишь нового человека, то должен давать ему экспертов, должен давать ему помощь какую-то, чтобы он не провалил. Потому что, сами понимаете, представьте, что вас назначили министром финансов. Вы это можете вообразить? Вот такое? Вот я бы отказался, например. Ну, я бы тоже, конечно, отказался. А другие пошли, взяли вот эти, понимаете? И вот здесь ожидать каких-то революционных, каких-то, не знаю, проблемных. А госсекретарей, господин Михаэш? Госсекретарей они тоже большинство убрали старых, ставят своих. То есть политика ПАСа понятная, чтобы я не потратил три раза. Они ставят людей своих везде. Они ставят везде своих людей. Каковы ваши ожидания? Госпожа Майя Санду сказала, что через 10 лет ситуация может кардинально в стране поменяться. Я скажу так, очень осторожно сдам свою точку зрения. Я считаю, что у ПАСа есть свои плюсы. Да? Плюс самый большой у них какой? Народная поддержка – раз. Два – поддержка международных доноров и партнеров Республики Молдова. То есть, смотрите, Международный валютный фонд дал не кредит, а… 200... Всем дает сейчас международный фонд. Подождите, всем дает. Всем дает. Ну, давайте так, дали 260 миллионов. И Белоруссии дали, господин Михаэш. Я знаю, что дали не только Беларуси, дали и африканским странам, и европейским. Но мы говорим, что пришло в бюджет. Мы же о Молдове говорим, правильно? Что? Давайте скажем так. Пришли 260 миллионов, пришли. Пришли. Долг. 30, нет, вот это не долг. Это помощь, это помощь. Это не долг. Но... Дали всем в связи с ковидом, дали помощь. Но суть, господин Михаэш, тут с чем, что в связи с ковидом всем странам дали. Правильно. И Беларуси, и Африки. Подождите. Пропорционально... Так это же плюс по-любому. Да, дали по ковиду всем странам, слабым странам дали. Да. Но дали, вот это реально, деньги пришли. Вот это, чем пришли, я говорю. Да. Это же плюс, да? Да. Дал Европейский Союз вчера 40 миллионов евро, дал. Опять плюс. Не надо смотреть в рот коню даренному, понимаете? Дали, хорошо, что дали. Это будет означать какую-то макростабильность. То, что будут платить пенсии вовремя. Надо радоваться, что люди будут получать маленькую, но свою пенсию, правильно? То, что есть, вот, будет помощь Евросоюза. Николай, надо понимать, ситуация очень проста. Россия ни одного доллара не давала за 4 года, даже за тот год, когда был Дадон президентом, помощь. Но хотели дать кредит, господин Михаэш, отказались, признали неконституционным. Я о помощи говорю, ни одного доллара помощи не было. Евросоюз дал миллиарды, потому что мы соседи, потому что мы страна ассоциированная. И где эти миллиарды? Так, вот вопрос очень правильный ты ставишь. Где эти банки? Надо спросить генерального прокурора, где миллиарды, которые вот при Филате были очень много денег выделены. Между прочим, Филат очень много денег получил как премьер-министр. Потом после него... Но мы помним, господин Михаэш, чем обернулась история успеха господина Кража Филата. Кража миллиарда, который до сих пор никто не сидит из этих, скажем так, воротил, да? Поубежали все кто куда. Если мы будем говорить про генпрокурора чуть-чуть, я скажу это. Мы скажем. То есть, в общем, как вы, оцениваете скажем, ситуацию, что вам пока непонятен состав? Давайте да, скажем так, у них есть так, у ПАСа есть проблема с кадрами, есть минусы какие-то там, и это видят все эксперты. Да. У них не плюс, получили быстро помощь Евросоюза, МВФ и других партнеров, то есть ситуация стабилизируется, чтобы могли быть выплачены пенсии и зарплаты, это очень важно. В ковидное особенно время иметь деньги на медикаменты, там, на вакцины и так далее. Да. Потому что мы покупаем вакцины, вот вчера пришли 35 тысяч вакцин, которые были куплены, между прочим, Pfizer. И, скажем так, идет трудно, новая власть устанавливается трудно, но уверенно. 4 года они, с моей точки зрения, выстоят. Я не вижу серьезной оппозиции этой власти. Ни коммунисты, ни социалисты, ни ШОР не смогут их сдвинуть за 4 года никуда. Потому что эти все партии имеют свои проблемы. Появится или нет новая сила, еще непонятно. Хорошо, но в принципе вы считаете, что Запад нам поможет и ничего катастрофичного в ближайшее время не произойдет? Макрофинансовая стабильность обеспечена. Это не я говорю, это финансисты говорят. Я читаю постоянно сайты Международного валютного фонда и Банка Мондиала.
То, что они пишут, потому что я не эксперт в экономике и финансах, я читаю их. Но мы сейчас поговорим еще о ценах на продукты питания. Ну, а цены растут. Здесь у меня есть мы сейчас сказать, поговорим. Да. Господин Паскару, коротко. Да. Как вы оцениваете кадровые перестановки в правительстве, в агентствах? Вы знаете, они начали с левого шага, как это говорится, потому что они за 41 день, сегодня исполняется правительство, не успели назначить всех своих родственников. И мы видим по прессе, потому что всегда, каждый день, кого-то назначили этого куметру, того какого-то нанаша и так далее. И это, я думаю, что неправильно. Люди должны быть на высоких постах, не по особо родственному признаку и клану. То есть в лучших традициях Молдовы, молдавских особенностей. Ну, к сожалению, вот 40 дней, это уже, по-моему, 8-й случай, где говорят, что вот опять же своих туда и поставили. И это будет проблема в дальнейшем этом власти, потому что мы знаем, родственник родственников будет поддерживать, и дальше оно будут. И это есть коррупция. То, с чем они борются, мы это видим, как они борются. И опять же, придут все люди, которые работали еще в 2014 год при Филате, 2012 год, это самые те люди, которые здесь опять же устроили, мы все это что помним. И дальше странно, что к власти пришли люди, вот в парламенте мы не найдем человека, который были на баррикадах против олигарха Плохотнюка. Мы видели, как вся группа Настасы, Слусарь и так далее, которые там годами сидели на площади и протестовали, сейчас никто не попал. Сейчас попали одни оппортунисты. То есть это НПОшники, люди без опыта. Но они боролись за досрочные выборы, господин Паскаров. Либо, ну, они боролись за досрочные выборы, но мы знаем, как они боролись. Боролся посол Соединенных Штатов во всех институциях власти, практически он всех был, со всеми разговаривал. То есть вы считаете, что нет больших ожиданий от нового состава правительства? Ожидания есть, но все к худшему оно идет. Потому что когда эта вся каракатица, да, этот спрут, который был еще в 2011, потому что именно в это время и случилась кража миллиардов. Тогда и случилось при помощи наших западных кураторов и так далее. Все эти То есть ваша главная мысль в том, что сегодня возвращают команду Филата? И так далее. Да, я думаю, придут те же люди, которые дальше будут гробить эту страну. И мы уже видим, хороших тенденций нету. Цены скачут высоко. Многие из этих компаний, топливных компаний, которые на рынке Молдовы, помогали этой партии на выборах. Какие цены вы хотите, чтобы они спустили? У них есть свои договорники, и они будут это делать. Они придут, захватят полностью всю власть, и ее практически уже захватили. И дальше я не вижу каких-то позитивных прогнозов для людей. И люди, как обычно, начнут собирать свои чемоданы и будут уезжать за границу, и на этом и остановится. К сожалению, пока что оппозицию мы видим. Не такая она сильная. В парламенте мало кому есть бороться. Есть там личности, которые пытаются там выдвигать свои лозунги, но пока что оппозиция так, слабенькая. Не знаем, что будет дальше на левостороннем фронте, но мы надеемся, что появятся силы, которые будут бороться. Потому что такую власть нужно всегда критиковать, нужно поднимать вот все эти точки, которые они и где они ошибаются, в надежде, что они где-то что-то исправят. И это есть принцип демократии. Хвалить пока что незачем их, потому что нету ни хорошего дела. То, что они своих родственников на всех таких высоких постах назначили, ну, это уже не впервые, мы это уже знаем. Чему идет? Нужно взять календарь политический 2009-2014 года, и практически мы идем в эту сторону. Я не знаю, что они еще будут красть, потому что, в принципе, все украли из этой страны, самые большие стратегические объекты. И именно они это сделали с 2009 года. Сейчас они, наверное, будут... РЖД?
Да, сейчас будут разделять, и мы не будем удивляться, если опять какой-то БЕРД, Европейский банк, возьмет это железная дорога, стратегический объект под свое обслуживание и пойдет дальше. Так они делают. Это большая коррупция. Они говорят о маленькой коррупции. Так, с Тюжелевским портом получается. Они говорят о маленькой коррупции, но они закрывают глаза на большую коррупцию. Спасибо, господин Баскару. Господин Михаевич, действительно, что происходит с экономической ситуацией? Почему так растут цены на некоторые продукты питания, причем главные продукты питания, хлеба, булочные изделия, а также цены на топливо, мы видим, что происходит, и не перестаем удивляться. Ну да, совсем недавно, буквально несколько месяцев назад, был 16 лей литр бензина, сегодня он перевел за 20 лей. Это очень большой скачок. И я написал у себя на странице и дал возможность, то есть обратил внимание депутатов, во первую очередь, и правительство, что мы, как граждане, нуждаемся, чтобы они занимались ценами. Левые, правые, центристы, пускай они борются между собой, но граждане должны видеть, что любая власть очень внимательна к тем, какие цены, чтобы у нас монополисты, чтобы у нас бизнесмены не ставили неразумные высокие цены, которые, скажем так, грабительские цены. Да? На данный момент власть самоустранилась от цен. Это неправильная позиция, потому что и президент, и премьер-министр сказали, что это рынок. Но ссылаться на рынок, только на рынок нельзя. Надо находить механизмы. Даю вам пример Румынии. Вот вчера смотрел передачу в Румынии. Премьер-министр издал закон, у них не имеет права по экономическим вопросам, ordinance de urgență. 2 с чем-то миллионов румын будут получать 5 месяцев помощь, компенсацию по отоплению. У нас этого нет, да? Потому что, да, там решили идти другим путем. Но цены они не будут влиять, потому что это экономические агенты каким-то образом, там же Евросоюз, не имеешь права просто так административными мерами ставить цены. Но ты можешь помочь потребителю. Румынское правительство это делает. Вот примеры молдавскому правительству. Мы это делали. В прошлом году мы давали людям, пенсионерам давали. И все-таки, господин Михайлович, надо находить механизмы, во-первых, влияния на цены. Я считаю, что Молдова имеет право. Вот это моя субъективная точка зрения. До сих пор ее никто не комментирует из правителей, но я считаю, что должны прийти к этому. Я считаю, что НРЭ надо лишить права назначать цены. Цены должно назначать правительство. То есть НРЭ должна вырабатывать схему, формулу, и давать премьер-министру на подпись. А премьер-министр должен со своими экспертами говорить, что я не согласен, например, с этой ценой. Кому выгодно, чтобы этот состав НРЭ вот так оставался, и чтобы они тут играли идут по своим игры, правилам? Идут игры, чтобы вы понимали, монополисты не спят. Еще Карл Маркс написал в своем труде, это классика, «Капитал» называется. Я читал его, между прочим. Потому что я учился на историческом факультете, и в политологии был вынужден учить Маркса. Он написал, нет такого преступления, на которое не пойдет капиталист, если он сможет поднять 100% прибыли. Нет такого преступления. То есть он пойдет на любое преступление. И надо понимать, что капиталисты всегда будут иметь свои интересы, а простой народ имеет только один, только одного защитника, тех, за которых он голосует. То есть депутатов. Да? Сегодня мы... И я хочу, чтобы депутаты боролись каким-то образом с капиталистами, в смысле хорошем, да? Да. Чтобы не давали им беспредельничать в Молдове, да? Вот ставя высокие цены для самого бедного народа Европы, скажем так, как есть, да? Нас так называют все, самые бедные страны. Хорошо, господин Михаевич, вот, имеет сегодня, мы имеем поддержку в лице власти. Сегодня у нас есть президент, сегодня у нас есть парламент, где большинство также партия президента, да, пропрезидентская партия. Сегодня у нас есть правительство, где, в принципе, вы сами говорили, они ни с кем не делились, это да, должностями. Это их правительство. Да. Это их правительство. Да. То есть сегодня и парламент, и правительство – это Май Сандо. Что в НРЭ сидят за серьезные люди, которых уже на протяжении длительного времени не могут поставить на место, не могут их разогнать, не могут это все отрегулировать, создать экстренную ситуацию в стране. Я смотрел, что в парламенте был вопрос со стороны какого-то депутата. Спросили, а почему мы голосовали за то, чтобы отозвать доверие у НРЭ, а они сидят в своих этих самых креслах. Иначе... Социалисты, кстати, отзывали. Нет, так парламент же голосовал за то, чтобы отозвать доверие. Весь парламент и ПАС голосовал. Все голосовали, Все голосовали. Ну... Смотрите, члены НРЭ
которые в кавычках ставленники Плахотнюка, да, яхевского режима, так они же говорят, правильно? Угу. И ПАС об этом говорит, и социалисты, что это ставленники того режима. Хорошо, если вы считаете, что они ставленники того режима, это не я говорю, это вы сказали, почему вы их не снимаете и не поставите туда других людей, которые будут бдить интересы народа, защищать интересы народа? Вот вопрос, действительно, вы задаете правильный. У меня тоже ответа на него нет. Зато на сегодняшний день самой большой проблемой власть видит это генпрокурора Стейногла и вырабатывает законопроекты. Между прочим, почему прокуратура не заходит туда, в этот норе, чтобы разобраться с этими деятелями? Был бы я генпрокурор, я обещаю, там было бы очень жарко. То есть там открытым глазом видно. Я же дал пример. 2 месяца назад 16 лет был бензин, сегодня 20 лет. Разве это же не повод... 21, смотрите, шофер говорит, у меня, я сейчас не за рулем. Но смотрите, 21 лей, 5 лей поднялся бензин за 2 месяца. Что, нет работы для генпрокуратуры, есть работа. Пожалуйста, господин Стоянову, пожалуйста, центр по борьбе НЦБК. С НЦБК, идите туда и разбирайтесь, есть там состав преступления или нет. Какая судьба ждет господина Стоянова? Ну, скажем так, я честно всегда об этом говорил, потому что я пытаюсь в своих оценках быть объективным. Конечно же, его снимут. Ну, это понятно всем. Закон о генеральной прокуратуре срочно был проведен через парламент. Изменили, там создали 3 возможности его сместить. Пока что с ним играются, осторожничают. Я бы сказал, что кошка играется вот так с мышкой, еще не идет на него, скажем так, жестко, да? Дают. Я считаю, что цель тактическая нынешней власти, чтобы он ушел сам. Они пытаются его к этому... Чтобы он подал в отставку. Да, да. Они пытаются всеми, через прессу, через экспертов, через разные... Оказать давление. Оказать давление, чтобы он понял, что лучше ему уйти самому, попробовать найти какие-то, возможно, переговорные такие возможности, чтобы он ушел, и чтобы ему дали какой-то бонус. И так намекают... эксперты, комментаторы, близкие к дворцу, да? Угу. Уйдет он сам или нет, на данный момент я вижу, что он не хочет уйти, он идет в конфронтацию с... Чем закончится эта конфронтация? На данный момент я не могу ответить, но то, что законы, которые проголосованы были, изменения в законы, дают возможность его снять, это однозначно, это все эксперты говорят об этом, это дело времени, 1 или 2 месяцев. Спасибо, господин Паскару. Что вы думаете на этот счет? Я думаю, что с генеральным прокурором власть может договориться, потому что именно ПАС голосовала совместно с социалистами за этого прокурора. Но мы видим, что диалог не идет. Всегда ищут какого-то виноватого. Я думаю, что они хотят своего назначенца назначить и через него пытаться опять где-то что-то скрывать, работать. Опять хорошие перспективы здесь не вижу, потому что хорошему танцору что-то мешает. И в принципе они могут договориться совместно работать. У президента огромнейшие полномочия совместно с парламентом, у них большинство. И по громким делам, я имею в виду и республиканский стадион, но опять же мы видели это самое банковские хищения, это афера века, которые есть. Они могут разобраться, они просто этого не хотят и будут делать возможное все, чтобы следующие или там будут скрывать, опять же, от народа. Справедливости не будет, 100% я в этом уверен, потому что к власти пришли люди, которые сами волки в овечьей шкуре. И у них это все получилось, они смогли обмануть народ, часть народа смогли. Но опять же, через их действия мы увидим, что они все это, народ будет жалеть. И это будет опять разочарование, как каждый день мы видим различные разочарования во всех. Ну здесь я только, Николай, если хотел добавить одно. Если будет эта комиссия по мониторингу деятельности генпрокурора, да? Да. Мы по составу этой комиссии, потому что там будет 5 членов, да? Будем уже знать более или менее, скажем так, если эта комиссия выдаст объективный рапорт по деятельности. Потому что хотелось бы, чтобы господина Стоянову судили бы, вот так в кавычках, да, объективные судьи, да,
Потому что раз вы создали этот механизм мониторинга, народ приветствовал, да, пускай будет и президент, и парламент, и правительство, чтобы проходили какой-то мониторинг. Но пускай там будут и из СНГ, из Евросоюза какие-то эксперты, подождите. Из каких-то других стран. Давайте здесь... А судьи кто, господин Михаеш? Так, кто сегодня может в Молдове давать уроки по правильной юстиции? Но здесь я хотел вот что сказать важное. Там будет 5 членов. Это уже проголосовал парламент, да? То есть совет прокуроров назначает 5 членов. Один от генерального прокурора, между прочим, будет. Один от президента. Один от парламента. Короче, 5 членов. Я считаю, что если будет правильный, объективный рапорт, сцену, вы можете победить, понимаете? Если комиссия даст ему... Сказал господин Михаеш и сам засмеялся. Не, подождите, там 3 оценки. Там есть хорошо, отлично и плохо. Откуда мы сегодня знаем, что там будет плохая оценка? Давайте не торопиться. Я бы не торопился. Хорошо. Короткий прогноз на ближайшую перспективу мы дадим. Вот очень коротко перед этим хотела бы попросить вас. Эпидемиологическая ситуация все-таки в стране у нас накаляется. Мы видим, что сейчас за 1000 заболевших COVID-19. Господин Паскару, как вы думаете, будет ли локдаун, как волнует людей? И очень коротко, какие меры, может быть, дополнительные стоило бы принять правительству? И справляется ли она эффективно с ситуацией? То, что международные фонды дают деньги, здесь нужно быть очень внимательным, потому что могут быть эти локдауны, и они, я думаю, это мое личное мнение, специально делается для разрушения национальных экономик, и они это, я думаю, что будут делать, и это спрограммированная партия глобальная. И ну, мы видим, инициативы у правительства не было ни для Хорека, не для сельхозпроизводителей, чтобы дать какие-то субсидии или помочь с топливом, не для медиков, не для пенсии. Мы видим, опять же, была шутка, и будут давать не все и так далее. То есть хороших перспектив мы не будем ждать. Они могут нас бросить в какой-то локдаун, но это же опять для всех отраслей будет катастрофически. Посмотрим, увидим, но то, что они несерьезно относятся к ситуации, мы это видели. Такой шикарный, серьезный парад они все это сделали, устроили такой массовый международный показ. Я не знаю, что можно было показывать и хвастаться из нашего вооружения, когда у большинства бронетранспортеров у нас нет аккумуляторов и армия опять же бедствует. И через 2 недели был этот взрыв ковида, уже 1000 с чем-то человек. Это плачевно. Сейчас через 1 неделю, 2 недели уже начнут переполняться больницы, опять начнут. И вот эту тяжелую ситуацию отдать в руки этих людей, дилетантов, куметров на ноше и так далее, будет печально, больно для простого народа. Прошлое правительство при социалистов КИКу, они еще были подготовлены, хоть у нас есть к ним очень много вопросов, почему не пошли совместно в выборах там и так далее, но они профессионально работали, делали все возможное, чтобы сдерживать ситуацию. Здесь мы видим дилетантов, когда министры здравоохранения несерьезно относятся. Да, можно носить маску, но она не помогает, да? Или нету денег 40% дать медикам. А как вы хотите бороться с коррупцией, если вы людям не будете давать нормальную зарплату? Те люди, которые борются за жизни всех людей в реанимациях, в больницах и так далее. Это несерьезный подход. И самое интересное, что многие из этой интеллигенции голосовали за эту партию. И сейчас они принимают, будьте добры, принимайте по 100% все это самое. Они несерьезно относятся и ждать хороших результатов. И я пессимист вот именно в то, что будет на будущее. И будем получать плохую ситуацию. Здесь по ковиду правительство должно выработать четкую программу. Есть... Скажем так, 2 варианта в Европе, которые работают. Есть датско-шведский вариант. В Дании сняли все те самые ограничения, насколько вы знаете. Они сказали так, грипп, он сезонная болезнь, по-любому будут, мы все через него пройдем, будут, у кого-то будет сложная форма, это столетие длится, просто надо, чтобы люди вакцинировались и помогать им и медикаментами и так далее. Это датская модель, да?
Есть более жесткая модель, итальянская, скажем, французская. Да. Там вводят паспорта ковидные, там жесткие были локдауны и так далее. Да. Угу. Молдова должна найти свой путь. То, что мы имели при господине Кику, 2 месяца локдауна, а потом еще 1 месяц, 3 месяца, это тупо было, тупо. Но, господин Михаевич, тогда все неумно, были в растерянности, весь мир. И неправильно. Тогда весь мир потом был. Потом господин Кику, надо ему отдать должное, он признал ошибку. Он признал, но он сказал так, были тяжелые времена, все делали локдауны, мы сделали, но бедная страна, которая не имеет денежных мешков в запасе, чтобы платить людям зарплаты, субсидии, когда они сидят дома, не может себе позволить локдаун. Согласна. Но надо вакцинировать население. Но тогда массово, массово. Сейчас есть. Сейчас я говорю, сейчас, сегодня. Надо массово вакцинировать. Это единственный путь. Вот такие страны большие, как США, мы видим, там 330 миллионов живут. Вакцинировали массово американскими вакцинами. Все нормально, проблем нет. Я не буду сейчас идти в эти теории, которые лучше вакцины, которые хуже. А как вам идет, как вам то, каким образом власть пытается вакцинировать наших жителей? На данный момент, особенно учителей, врачей. Вот моя субъективная точка зрения. Все публичные услуги, если ты не вакцинирован, это ты берешь на себя риск, что ты не будешь работать учителем, ты не будешь работать полицейским и так далее. То есть публичные услуги, мы должны понимать, ситуация очень сложная. Мы маленькая страна, мы не можем позволить себе рисковать. У нас нет возможностей финансовых. То есть вы считаете правильным процесс, да, по вот жесткие моменты, условия, рамки для вакцинации? Нужна обязательная вакцинация. Европейский суд по правам человека уже признал, что это не нарушение прав человека по искам некоторых стран. Так что Молдова, исходя из этого, должна обязывать публичных функционеров вакцинироваться. К сожалению, сделать прогнозы мы уже не успеем на короткую перспективу, но я благодарна каждому из вас за интересную беседу, за исчерпывающие ответы. Спасибо большое, дорогие телезрители. Я напомню, что сегодня политическую ситуацию в стране мы обсуждали с гостями студии. Мое приглашение приняли политологи Николай Паскару и Роман Михаеш. Я желаю вам хорошего вечера. Обязательно заходите и смотрите в повторе эту программу на нашем YouTube-канале РЕН Молдова, а также самые интересные фрагменты вы сможете найти на нашем телеграм-канале Нина Димон. Я желаю вам хорошего вечера. Впереди вас ждет много интересного, о чем вам расскажут мои коллеги. Оставайтесь с нами.